Всем привет! Сегодня горячая десятка жилфонда представляет хит-парад квартир в самом популярном и ликвидном сегменте жилой недвижимости. Это однокомнатные квартиры. Смотрите, сравнивайте, выбирайте. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе новых предложений. Подробнее о каждом объекте вы можете узнать, перейдя по ссылкам в описании под видео. Итак, начинаем! Открывает наш хит-парад квартира со стильным ремонтом в новом доме быстро растущего Плющихинского микрорайона. Планировка полностью отвечает требованиям класса комфорт. Общая площадь 54 квадратных метра. Половину занимает кухня-гостиная, комнаты изолированные. Все окна выходят во двор, санузел раздельный, качественный ремонт, отсечка на две квартиры. Во дворе большая парковка, до автобусной остановки 100 метров. Следующий вариант из категории эконом. Компактная, но полноценная однокомнатная квартира. Изолированная планировка. Лоджия площадью 7 квадратных метров на всю длину квартиры. Панорамный вид с высоты 8 этажа на яркие дома и дворы микрорайона Матрешки. Рядом с домом два детских сада, школа, остановка транспорта. Еще одна квартира в спальном районе Левобережья продается вместе со встроенной мебелью и техникой. Результат – хорошо продуманной планировки, просторная кухня с выходом на лоджию, вместительный санузел и большая жилая комната. Квартира расположена на первом этаже, что особенно удобно для семей с малышами. Очень большой двор со множеством детских площадок и мест для парковки. Рядом вся необходимая инфраструктура. На троллейном жилмассиве предлагается к продаже квартира улучшенной планировки со свежим ремонтом. Заменены все коммуникации. Большая кухня, застекленный балкон, раздельный санузел. Есть вся необходимая мебель и техника. Заходи и живи. Дом расположен внутри квартала. Окна на восточную сторону. Рядом ледовый дворец, спорткомплекс с бассейном, магазины, школы, остановка транспорта. А этот вариант подойдет тем, кто хочет выгодно приобрести ликвидное жилье в районе педуниверситета по соседству с Сосновым Бором. Теплая и светлая квартира изолированной планировки с лоджией, гардеробной и большой кухней. Отличный ремонт. Новая мебель и техника входят в стоимость. Чистый подъезд, большой двор. Рядом магазины, спортивные комплексы, детские сады, школа и колледж связи. Еще одна просторная квартира с большой лоджией продается по привлекательной цене в Краснообске. Отличительная черта планировки – прихожая площадью 10 квадратных метров, позволяющая разместить в ней несколько функциональных систем хранения. Квартира полностью готова к проживанию. Новый дом расположен в микрорайоне комплексной застройки, где много внимания уделяется благоустройству и экологии. Если вы хотите жить в новом доме рядом с метро, предлагаем рассмотреть новостройку класса премиум в 5 минутах ходьбы от станции Студенческая. 38 квадратных метров свободной планировки под самоделку позволят вам проявить максимум фантазии в создании интерьера. Второй этаж. Дом классической кирпичной кладки с подземным паркингом. Двор с видеонаблюдением. Рядом с городской пляж и горнолыжный спуск. А эта уютная квартира на Ключко-Мышинском плато уже полностью готова к приему новых жильцов. Роскошная планировка с просторной квадратной прихожей, объединяющей все помещения. Большая кухня с выходом на застекленную лоджию. Раздельный санузел, стильный ремонт из дорогостоящих материалов. Новый дом, огороженный двор с видеонаблюдением. Всегда есть место для парковки. Если вы хотели бы купить квартиру в новом доме, ближе к центру, не теряя возможности прогулок в Сосновом Бору, обратите внимание на студию в жилом комплексе «4 мушкетера». Идеальный ремонт, полный комплект мебели и техники в подарок покупателю. В подъезде три лифта, кирпичный дом, двор с парковкой и детскими площадками, отличная транспортная развязка, выезд на ипподромскую магистраль и несколько остановок транспорта. Еще ближе к центру и метро квартира в новом жилом комплексе на улице Некрасова. В ней уже выполнен качественный ремонт, установлена сантехника, есть вместительный шкаф-купе, планировка изолированная, кухня два окна. В комнате выход на застекленную лоджию, в подъезде два лифта, территория благоустроена в концепции двор без машин, бесплатный подземный паркинг для жителей дома. Это была горячая десятка, хит-парад однокомнатных квартир от жилфонда. Подробная информация о каждом варианте по ссылкам в описании к видео. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И оставляйте ваши вопросы, мы с радостью ответим на них. Пока!